Здравствуйте всем! Сегодня я пересаживаю шифлеру. Пересаживать я ее не хотела так рано, но из горшка стали вылезать корни. И вот чувствую, что наступило время ее пересадить. Пока даже не знаю, какой объем горшка выбрать, поэтому приготовила чуть-чуть побольше и еще чуть-чуть побольше. Для того, чтобы мне решить, какой горшок все-таки я выберу, мне нужно растение достать и посмотреть на его корни. Вот такими движениями, как обычно, мы аккуратно достаем из горшка и смотрим на корневую систему. Да, вот видно, корни оплели низ горшка и стали вот таким образом, вот так вот, вот вылезать, искать себе место. Так, значит, исходя из этого, я вижу, что мне... Сейчас я посмотрю. Так. Ну, в общем, наверное, подойдет и такой. Естественно, дренаж. Естественно, грунт. Грунт я беру универсальный. Засыпаю дно горшка. Сажаю аккуратно, углубляя корни все-таки туда. Так, вот сейчас посмотрим. Ну, вроде да. Должно быть нормально. И заполняю оставшееся пространство землей. Аккуратненько. А шифлеру я пересаживаю так же, как и пальмы, методом перевалки, чтобы особо не тревожить корни. Это растение, которое так же, как и пальмы, тяжело переживает этот процесс. Поэтому не стоит лишний раз его нервировать. Так, аккуратно заполняю пустоты. Наступает, скоро будет уже зима, сейчас осенне-зимний период начался, и, конечно, для растения двойной стресс пережить пересадку. Плюс еще осеннее время, когда за окном не так много света, как хотелось бы. Шифлера вообще переживает этот период тяжело. Но так как корни стали вылазить, до весны еще полгода, я вот решилась на ее пересадку. Вот таким образом шифлерка пересажена. И будем желать ей удачной адаптации и выхода из стресса. И на этом все о пересадке шифлере. Всем пока!